Приветище! Это зомби Эйсер, и мы продолжаем. О! Моя первая подопытная мишень. Нормально. По 3 патрона выпускается, получается, из пестика. Или нет? По два патрона. Отдай-ка я через болот попробую пробежать. Оу, это очень плохая затея была. Мне нужна первая помощь, медик. Блин, я что-то не туда куда-то побежал. Медработничек, дай аптечку, пожалуйста. Надо подлататься. Спасибо, возьми обратно. Ну вот и дошли мы до этого едкого местечка. И сейчас тут будет упер-пупер веселуха. Не пугай меня так. Патроны жалко быстро качаются в этом тестике. Но он хорош, конечно, очень хорош. Прямо та-та-та-та делает. Ка-ка-ка. Но шустрее. Блин, бочка, ну я же в нее не попал, поэтому что она будет гореть? Я ему руку, прикинь, отстрелил. Вон. Редко такое бывает. Вот, пакля валяется теперь. Так, где у нас тут главная вышка-то, на которой все начнется? Давай-ка в домик заглянем. Ох, елки! Что ты тут охранял? Ничего интересного. Блин, Машуня сзади, что ли, была? У нас кто-то есть? Нету. О-хо-хо-хо, как его откинуло. Зашибись. О, станки, станочечки. Но мне, в принципе, ничего делать-то и не нужно. Хотя по амуниции я бы себе шил... И шлем, и броню. Угу. Ну, короче, надо этим заняться. О, спальный мешок. Точно, блин. Может, поспать же тут. Мне это очень нужно. Надо только материал где-нибудь найти. О, отлично. Теперь из воды пластик достаем. И спальный мешок у нас готов. Зашибись. Теперь можно и поспать. Тут как раз уже вон разложены. Ничего не выкладывается. Разложены матрасы, тут уже кто-то спал. Спать можно только в зданиях. А, точно. Ну вот, ну-ка. Наконец-то! А подожди, сколько времени-то там у нас? 5 утра? Значит, я часов 7 посплю. Ну, наконец-то я поспал. Теперь деньком-то можно тут и все разглядеть хорошо и нормально отбиваться от волны зомбарей. Значит, по поводу брони и прочего, там кожа нужна. Кожа у нас, конечно же, в... Тут вот кожу не оторвать, тем более, эта ткань. Кожа у нас только встречается в машинах. Поэтому, как бы, с ней борода. Конечно, может быть, мне повезет, и я тут найду ее где-нибудь у кого-нибудь в схронах. Но это большое везение будет. Пора бы мне уже патроны для пистолета собирать.
А то маловато их как-то становится. Ох ты, записочку нашел. Давай-ка почитаем. Это второй день осады нашей базы. Зомби приходят почти непрерывно. У нас даже нет возможности навестить родственников на фермах и хоть немного пополнить припасы. Тела зомби мы сбрасываем в воду. Из-за этого вода позеленела, а вокруг начинает подниматься отвратительный смрад, которым невозможно дышать. Среди населения базы набирает популярность идея откачать отравленную воду и попытаться спастись бегством. Точно. Вот что мы будем сейчас делать. Мы включим насос, чтобы откачать все это болото, для того, чтобы пройти дальше. И на нас побежит орава зомбарей. Ух ты, там наверху дерево. А, это горшок, наверное, вот с таким вот растением. Я немножечко испугался. Деревья все-таки могут занозами кидаться. Ой, мамочки, мамочки, мамочки. Фух, я тут в труп зомбаря спрятался на всякий пожарный, вот так вот. Да хватит уже заряжать свое ружье. Ну да, 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 это кашпо с этим цветком. Не страшно. Просто взял и подорвал машину. Красивая зона отдыха тут была. Пока зомбари все не испортили. А вот и насос. Похоже, у меня нет другого выхода, кроме как осушить это отравленное болото. Мотор отключается спустя некоторое время, что не позволит мне отойти от него надолго. Черт, ну. А также издает много шума, что привлекет зомби. Мне нужно тщательно подготовиться к обороне. Да я уже готов, погнали. Интересно, а где у него труба, которая откачивает воду? Куда он качает? А, вон шланг, в принципе, я вижу. Все понял. А другой шланг, который куда-то выкачивает эту воду? Тут уже, вон, товарищи идут. Да сдыхай ты, чё такой бессмертный? Ты же прикроешь мой тыл, если что, да? Я тебе доверяю. Настало время достать динамит и опробовать его. Это было фиаско.
Пошли со мной, у тебя есть важная миссия. Надо освещать нижние этажи. Ну давай шустрее, блин. Давай, 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 давай. Это вроде уже никто не бежит. Вот тут вот, жди меня, окей? А я наверх. Кстати, блин, надо было раньше так сделать. Ёлки-палки. Чё ж я не додумался? Он там будет стоять и жарить всех. И освещать заодно мне все. Я еще фонарик могу включить. Капец. А я мучился. Вот это нормальный подход. А я пошел к нам бежать. Я спать хочу дико. Дико хочу спать. Надо энергетосов бахать. Сейчас будет файт. Можно попить, шоколадкой закусить. Отличное шоу получается. Давай, жги их. Как много трупов. Вон тех сейчас подору. Поближе сейчас подойдут и как вжибахну их. Ну, неплохо этот побежал. Не добежал. Кажется, это был последний. Все. Болото откачали. Можно куда-то идти. Куда только я не знаю. Пёсель, ты большой молодец. Ты вообще красава. Пойдем, пойдем куда-нибудь. Куда-нибудь. Блин. Надо там, где нет вот этого едкого дыма. Смордового. Не, ну, конечно, странно, что вот она одна единственная труба, а второй нету. Ну, типа, вход воды есть, а выход воды нету. Как будто насос в себя все это вобрал. Странно, конечно, это. Короче, я спрыгиваю и побежал. Через гущу всех этих событий. Только вот еще вот в этот бы домик забежать. Это он так отдельно стоит, до него вообще не добраться было. Может, там что интересное отдельно есть. Хм, тут никого нету, прикол. Зато пластинка есть. Не зря забежал. А вот и тропинка. Наконец-то. Пока робот у нас далеко. Догоняет меня, надо забежать. А вот он уже и прибежал. Красава, иди сюда. Мне нужно твое медицинское образование. Спасибо. Ну а теперь вылазим отсюда. С этой чертовой дыры. По этой чертовой лесенке. В надежде на то, что она не обрушится, как там. В самом начале. Есть! Мы выбрались отсюда. Робопёс, дай 5. А ты где там вообще? Как обычно, где-то в жопе. Как хорошо, когда зомби где-то там, позади. А ты бежишь такой себе спокойненько. С одышкой. И никто тебя не напрягает. А вот, кажется, и... да, вон мой поезд. Жалко, огоньки не горят. Хотя там вон украшения новогодние что-то поблескивают. Все, спрыгиваем. И сейчас нужно будет вернуться назад, чтобы сходить на островок и забрать письмо. А то подписчики мне не прощат, то, что я пропустил этот остров. Так что задний ход. Реверс, поехали. Робот, ну тут... Ладно, подожду его, подожду. Он все-таки молодчик, отбил такую толпу зомбарей. Я не могу просто без него взять и уехать. Ай, надо совсем прям это... Отключить все. Иди сюда, мой хороший. Ты сегодня молодец. Покормлю тебя свежим бензиком.
Так, ну что там? Где у нас бензин? Что у нас? О, он все топливо израсходовал. Поэтому заслужил. Держи. Еще у него патроны кончились для пистолета. Но сейчас это не к месту. А я еду на поезде и ложусь спать. Я так полагаю, речь шла вам про тот островок. Только как на него туда пробраться? О, ты опять живой! Сейчас его собью. Бабах! Все, надо тормозить, тормозить, тормозить. Я не так быстро бегу. Все, 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 вперед. Нам теперь вперед надо ехать. Как раз там тропинка, которая показывает, что по этой тропинке можно пробежать на островок. Так что мы это сейчас сделаем. Вот тут вот тормозим. Вот так вот. Вырубаем и пошли. Сбегаем. А то ж все комментарии прожужжали про этот островок. Вроде дохлый. Течение сильное, конечно. Ну, посмотрим, справлюсь я или нет. Плот я не сдвину все равно. А я вот и не помню, в прошлый раз, когда я проходил эту игру, я плавал тут или нет. Ну, выносливости мне прям нормально так хватает сюда доплыть. Еще запас остается. 20 единиц. А вот и палаточка. Тут явно кто-то жил. Давно, правда. Какие у него тут журнальчики с пирогами вкусными. Вот и записка. Сейчас почитаем. В принципе, сюда плыть только ради записки. Что он там нам расскажет? Меня зовут Мартин, и я единственный выживший в крушении самолета. Из-за травмы ног я не могу отправиться по путям к ближайшим поселениям и вынужден выживать на этом острове. Чтобы добыть пропитание, мне приходится посещать самолет. Но многие погибшие обратились в зомби и бродят внутри или вокруг самолета, что все больше осложняет его обыск. Черт! Я никогда не вел дневников, но мне все хуже, и мне хочется оставить о себе хотя бы небольшую историю. Блин, чувак, ты до самолета ходил? Туда ходить тебе надо через речку проплыть, потом чертову тучу километров до самолета дойти. А по путям, вот по ровной вот этой местности, ты пройти не мог. Это капец. Что ж там за травма-то такая была, что до самолета дошел, а по путям идти не мог. Ну вот, собственно, и все. Как тебе сладенько переехали. Теперь едем к финалу. Туда, где кончается недоделанный сюжет. Стопэ! Как-то я так упал под поезд. Вы что, прикалываетесь, что ли? Я хотел всего лишь себе на второй этаж забежать. Вы офигели? Меня чуть поезд, собственно, не переехал. Жесть, я в шоке. Я просто в шоке. Чуть не потерялся тут нафиг. Поехали. Благо, автоматизация сработала, и поезд тормознулся. Значит, я доехал до того места, откуда мы сдали назад, до этого болота. Теперь едем вперед и смотрим, что дальше. О-о-о-о-о-о-о. Там завал. Надо, походу, тормозить. В данный момент это конец сюжета игры. Вы можете... продолжить исследовать мир, но ресурсы зомби больше не будут восстанавливаться при возвращении в предыдущие локации. Также вы сможете начать новую игру плюс с сохранением поезда и всего прогресса игрока. Все понятно. Блин, я так и не понял, какого зомбаря я не нашел. Вот у меня один единственный последний остался. И он очень похож на скинчик старого зомби. Где его заныкали, где его спрятали, непонятно, но... возможно, разработчик специально его оставил для того, чтобы показать нам, что будут еще другие разновидности зомбарей, которые мы сможем встретить в игре. Но это не точно. Короче, пиши свои догадки в комментариях. А я хочу про зомби... О, зомби-лягушка, она реально так и называется. Милая девушка и трудолюбивый фермер под влиянием вируса мутировала в одного из жителей местных болот. Не обманитесь ее прошлым. Теперь это машина для уничтожения людского рода. Особенность способна прыжком быстро сократить расстояние до жертвы, плевком языка наносить незначительный урон, но способна вырвать оружие в руках жертвы. Понятно. Как бы вот так, зомби Эйсер, еще раз пройдено. Прошу вас.
Давайте в следующий раз, если выйдет какое-то обновление, я не буду играть в эту игру, а дождусь наконец-то полноценного релиза, потому что я прохожу уже в третий раз эту игру и уже чертовски надоело. А на этом все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк, подписаться, если ты еще этого не сделал. И тогда мы увидимся в новых роликах. Так что до встречи. Увидимся.